Друзья, всем привет! Сегодня сделаем полезное приспособление, которое немного расширит и упростит выполнение некоторых операций на вашей болгарке. Потребуется всего кусок металла и болт или шпилька с двумя гайками. Из металла, в моем случае куска профильной трубы, надо получить пластину размером примерно 3 на 6 см. Делаю разметку и выпиливаю нужный нам кусок. Далее в углу пластины делаю точку, накерниваю, и теперь надо сделать отверстие и нарезать резьбу, в моем случае М8. Затестирую как раз вот такой набор сверл, сразу с метчиками. Ну что, пока новые, работать очень удобно. Далее от болта необходимо оставить всего 4 см. Выкручивая гайку, можно подправить поврежденную при обрезке резьбу. Далее крашу пластину. Теперь вкручиваю шпильку в болгарку в отверстие для ручки и накручиваю сверху пластину. Затем притягиваю гайками, чтобы ничего не болталось. Пластина установлена длинной стороной вдоль болгарки, как на видео. И вот какие функции можно выполнять с помощью такого приспособления. Пластина служит упором для выполнения таких задач, как снятие фаски с дерева. Кстати, такой диск лучше не ставить на УШМ, но покажу чисто для наглядности. Также пластина служит как параллельный упор. Можно сделать шпильку покороче, и тогда можно достаточно ровно раскраивать материал, либо делать пазы и углубления. Естественно, также можно кроить и листовой металл. Параллельным упором это можно сделать быстрее и точнее. Друзья, вот такая простая самоделка, надеюсь, кому-то пригодится. Если понравилось видео, то ставьте лайки и пишите комменты, как можно еще расширить возможности УШМ. Те, кто не подписан, подписывайтесь и подписывайтесь на телеграм-канал. Там тоже много чего интересного. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч!